Тише, девочка. Красавица моя. Вы когда-нибудь задумывались? Эй! Это ты прикинь, а? После взрыва ядра я не замечал ожерелье. Твоя мама собрала все внимание. Она твердила: «Возведи дверь от наступающих демонов!» Сингулярность грядет. Гляди, как круто я нарисовал Эс! Все же... Я не тот, кто был вам нужен. Просто береги себя, хорошо? Учитель, а к чему эта экскурсия? Идея, Узи. Ее и спрашивай. Кого? Мы с тобой соседи по паркам. Выкусите! Я одна хотела пойти, а он просто злится из-за ваших оценок. Нет премии за год, нет учебы. Мы без присмотра, получается. Приветик туристам! А ну-ка рассчитайсь! Первый, второй. Все на месте. И минус один. Мы подготовили столько отвлекающих мероприятий, так что никаких скрытых побегов и расследований. Шагом марш! Ништяк, Энн! Все для лучшей подружки. Они, типа, и мои друзья тоже, и... все клево. Станешь и нашим другом, дружок. Бракованные бедняги. Не, всего лишь полный любви. А он еще и пилот. Вау, пилот. Ой, ты его увидал, да?
Тут моя подруга хочет узнать, кокнул ли ты ее семью и есть ли подружка. А ну-ка, дорогу каноэ! Атакуйте, плебеи! План X! Я не умею плавать! Спасибо. Было близко! Что лагерь поможет поймать красноглазую Дол. Может, тогда продолжишь искать и перестанешь пялить в окно? Работаю над этим. Просто рада, что вы так вписались. Очень круто. Лучше держи дистанцию. Хорошо? Иначе тебя придется убить. Кстати, Энни с камнями дружбу водит, так что он переживет. Сорян, приятель, ща исправим. Какой лифт? И где он? И что ты? А, простите, я, кажись, жульничал? Даже никого не убил. Зацени. Узи, а ну-ка выходи. У нас тут команда. Стой, нет, чертовы рефлексы! Привет всем! Это еще кто? Ugh!
Отойдите, Узи! Мы делаем свою работу, чтобы эта хрень от нас отстала! Я не понимаю, о чем ты, ведь ты не говорила мне! Чего ты как боишься? Я не боюсь. А я да! И Узи тоже! Она ребенок, как и мы, Ви! Да что с тобой не так? Присмотри за ребятами. Горяч. Не горяч? Он тебя недостоин. Творите, что хотите. Нам вот настолько нужно далеко забраться, чтобы просто почмокаться. Все ради эмоций, Дэрон. Класс. О, а теперь я понял. Но ее гарантийный срок не истек. Он никогда и не существовал. Это страшно, ибо тип... Никто не переживает за Дэрона и Ребекку. Жиза. Они не должны были вернуться со своего аморального сеанса поцелуев. Ребекка? Кто это сделал? Я не запомнила имя. No name. Какой-то... Давай описание внешности! Глаза фиолетовые. Эмма еще... Она из нашего класса? Ha ha ha!
Там хотя бы картинки есть? Ни одной. Я смотрела. О, славься, Роба Иисус, еще девчонка! Деремся? Я пришла ее убить, не тебя спасать. Лады, мам. Ви, прошу. Тело новое, а кошмары те же. Да, Син? Я не понимаю, о ком ты. Могу я поговорить с Эном? Боюсь, больше не сможешь. А? Опа! А ну-ка спокойно! Оп! Ау! А ну-ка полетай! Оп! Что я говорил насчет сражения с ней? Ты всегда за нее! Лози, не хочешь поделиться? Нет, не смотри! Я ужасно ем людей и все такое. Да, с этим мы еще разберемся. Но ты же понимаешь, что я не об этом. Ты типа хочешь бросить меня? Узи. Да забей, это тупо! До нашей встречи страшные вещи были... типа страшными. И сегодня ведь тебя не было, чтобы всех развеселить как-то. Я и совсем забыл, каково это. Я тоже. Так будем держаться вместе! Не трогай его, блин! Кто мужик? Мой голос скорее! Акцент все равно был неудачной идеей. Эн, мне жаль. Не то, чтобы ты кого-то убила. Оу, нет, я точно... Шучу! Просто избегай острых предметов. Шаг за шагом. Вместе. Иу. Не подбадривай меня. Что? Мне тут все кажется отвратным. Боже, что за диво. Я! Так, кого-то у нас тут не хватает. Йоу, я была голодна, придурок. Без оскорблений, я просто спросил.
озвучена Ender Production по заказу Glitch в 2023 году. Роли дублировали Арина Колотюк, Макс Ман, Алекса Моралекс, Герман Газуев, Вячеслав Никитин, Влад Любимов, Катя Гершкович, Филама, Дядя Наклз, Сергей Макров, Ред Эппл, Максим Авдеев, Иван Шухин. Режиссер Иван Шухин. Сорежиссер Никита Мауров.